4 октября Казанский федеральный принял делегацию из Гуманитарного научного института Пусанского государственного университета. Данный визит, несомненно, свидетельствует о плодотворном развитии гуманитарных связей с этим регионом. Встреча руководства Института международных отношений, истории и востоковедения с делегацией из Кореи состоялась в рамках обмена опытом в научной сфере и образовании, а также организации программы студенческих стажировок и практик и еще многого другого. Гости вуза не скрывают искренний интерес к научным достижениям Казанского федерального университета. И теперь в ближайшие планы гостей из Южной Кореи вошел новый пункт – открыть в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ новейший центр изучения корейской культуры и языка. Подтверждая задуманное, между двумя университетами был подписан меморандум о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. В основном это Казан, это для нас очень важное место для кореевидения с точки зрения центра и с точки зрения периферии.